друзья, всем привет! Сейчас просто невероятный ветер, невероятно вьюга. Но тем не менее я пришел для того, чтобы снять контент. А вы видите вот такую кучу в данный момент. Здесь хотя бы нету жесткого такого ветра. Довольно-таки комфортно. Единственное, что-то хочется постелить. Но это я сделаю в следующем видео. А сейчас какой план? Еще расширить побольше. И потом, может быть, сделать еще немного высоту. Ну, чтобы комфортнее было здесь обитать. Но на этом пока... Я на таком нахожусь этапе. Камеру всю прям засыпает. Это вы тоже можете увидеть. Сейчас поглубже чуть-чуть скопаю, чтобы, ну, удобно было и снимать, да и вообще просто лежать. А так классно, мне нравится. Считай, не надо с собой палатку брать. Только лежанку хорошую, и все. Сейчас в этом месте проделаю отсек для сумки, чтобы она не была на улице, потому что очень сильно задувает. Ну, а сейчас пока выглядит мой домик снежный вот так. Он стал гораздо шире, и потолки стали выше. То есть я могу здесь, ну, практически сидеть... Ну, могу сидеть просто.
Вот такое жилище получилось у меня. Посмотрите масштабы. Я понимаю, что может быть не настолько и в принципе большой, но если так уж поразмыслить, я полностью лежу. Вот, за исключением, что мои ноги почти у выхода. Но я обязательно буду строить дальше. То есть хочу дальше прорыть и сделать туннель. И если будет максимально долго лежать снег на улице, то я попытаюсь сделать еще несколько домов. Не знаю, что из этого выйдет. Обязательно подписывайся на мой канал. Обязательно тоже ставь комментарии. Я буду этому рад. На этом буду заканчивать свое видео. Вот такой у меня дом получился. Но на этом я не прощаюсь. Увидимся с вами в следующем видео. Всем удачи. Всем пока.